Житель Магнитогорска, который пьяным сбил полицейского и протаранил два патрульных автомобиля, раскаялся в зале суда. Его дело рассмотрели в особом порядке. Напомним, 30 ноября прошлого года в Магнитогорске Нива, уходя от погони, сбила полицейского и протаранила две служебных машины. Как рассказали в ГАИ, за лихачом устроили преследование сразу 5 экипажей ДПС. Очевидцы успели заснять на видео момент происшествия. 5 экипажей. Демпсов за ним и гонялись по полю. Где Вознесенко? Нива не ушла. Как рассказали полицейские, ночью внимание сотрудников ГИБДД привлек внедорожник. Водитель, увидев служителей закона, дал по газам и не стал останавливаться. Инспекторы ГАИ начали преследование. Позже установили, что 28-летний водитель был пьян. Это подтвердило и медосвидетельствование. Также проверка показала, за прошедший год водителя 10 раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Мужчина обвиняется по статье «Применение насилия к представителю власти». Так как водитель признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном и принял меры к возмещению причиненного ущерба, уголовное дело будет рассмотрено в особом порядке.